Как уберечь себя от долгов умершего родственника? Какие подводные камни могут всплыть после принятия наследства? Как понять, что выгоднее, принимать наследство или отказаться? Смотрите ролик на канале до самого конца, и вы получите ответы на эти и другие важные вопросы, касающиеся принятия наследства. Получили наследство? Не спешите радоваться. Часто наследодатели оставляют наследство с сюрпризом, вынуждая своих наследников выплачивать долги бесконечным кредиторам или обременяя их какими-либо обязанностями по отношению к третьим лицам или домашним питомцам. В результате может оказаться так, что получение наследства не принесет наследникам никакой ощутимой выгоды, но зато хлопоты и проблем будет предостаточно. При открытии наследства у наследника есть только два пути. Принять наследство целиком, как оно есть, либо полностью отказаться от наследования в пользу иных наследников или муниципалитета, если других наследников не имеется. Частично принять наследство не получится. Рассмотрим основные риски наследников. К ним относятся долги перед кредиторами, высокие налоги или иные обязательные расходы, связанные с содержанием имущества, условия завещаний о содержании указанных в нем домашних питомцев за счет наследуемых средств. Передача в собственность обремененной недвижимости, в том числе обременение по договору ренты или ипотечным кредитом, по которому наследник должен будет выполнять обязанности наследодателя. Теперь давайте разберем каждый из рисков подробнее. Долги в наследство. Долги наследодателя – это главный риск для наследников. Проблема усугубляется тем, что наследники не всегда имеют полную информацию о долгах наследодателя. Банки и микрофинансовые организации очень охотно кредитуют пенсионеров, потому что пенсионеры – более ответственные плательщики и всегда имеют постоянный источник дохода в виде пенсии. Практика показывает, что на момент смерти у пенсионеров иногда оказывается несколько десятков неоплаченных кредитов. В итоге общая сумма задолженности может значительно превышать наследуемое имущество. И несмотря на то, что по закону наследник отвечает перед кредиторами наследодателя только в пределах полученной им наследственной доли, по факту кредиторы так просто не оставят его в покое, если он погасит долг только частично. Бесконечные судебные разбирательства, в которых ему придется постоянно доказывать, что долг погашен в пределах полученного им наследства, такому наследнику обеспечены. Как узнать о долгах наследодателя? Чтобы избежать проблем с долгами, прежде чем принимать наследство, необходимо досконально выяснить реальное положение финансовых дел наследодателя. Это довольно непростая задача. Пожилые люди не всегда понимают, что долги достанутся их наследникам. А о своих кредитах и тратах многие стараются не говорить, чтобы не пугать своих близких. Также пенсионеры часто становятся жертвами мошенников, которые ходят по квартирам и предлагают приобрести различные товары по завышенной стоимости, в том числе путем оформления покупки в кредит. При открытии наследства узнать о возможных кредиторах поможет нотариус, поскольку основные кредиторы будут заявлять свои требования через него. Однако даже получение исчерпывающей информации у нотариуса не является 100% гарантией. Нотариус располагает сведениями только о тех кредиторах, которые обратились к нему во время ведения наследственного дела. Далеко не все кредиторы своевременно принимают меры, потому что они не всегда знают о смерти должника. Следует знать, что по закону кредиторы вправе предъявлять свои требования к наследникам в течение всего срока исковой давности, не с момента возникновения долга у наследодателя и не с момента его смерти, а с момента вступления наследника в наследство. Это значит и многократно подтверждается судебной практикой, что кредиторы могут объявиться спустя и год, и два, и более, в зависимости от срока давности по соответствующей категории дел. Налоги и обязательные расходы. Иногда недвижимость, оставленная в наследство, не представляет большого интереса для наследника. Например, покосившийся домик в заброшенной деревне за сотни километров от Москвы. Рыночная стоимость земли и домика равны нулю, а налоги могут оказаться довольно внушительными.
Еще более опасная ситуация может сложиться, если домик хороший и близко к Москве, но находится на территории обанкротившегося СНТ, в котором долги перед ресурсоснабжающими и прочими организациями были в полном объеме повешены на собственников в виде обязательных и внушительных ежемесячных платежей, а руководство СНТ находится в бегах. Завещание под условием. К таким завещаниям всегда нужно относиться с большой осторожностью. Прежде чем принимать наследство, хорошенько подумайте, насколько для вас обременительны условия наследодателя. В последнее время наследодатели часто поручают своим наследникам заботиться о домашних питомцах. Если вы по каким-то причинам не сможете содержать собачку или кошку у наследодателя в своем доме, вам придется обеспечить животному надлежащий уход путем привлечения к этой обязанности третьего лица. За деньги, разумеется. Недвижимость с обременением. Стоит также проверить, находится ли наследуемое имущество в залоге или нет. Получить такую информацию по движимому имуществу можно в реестре залогового имущества, а по недвижимому в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество ЕГРН. Еще одна головная боль для наследников, когда наследодатель передает в собственность наследникам квартиру или дом, обремененные постоянной регистрацией иных лиц. В такой ситуации платить налоги на имущество придется наследникам, а пользоваться имуществом будут другие люди. Да-да, именно люди. Потому что даже если постоянная регистрация есть только у одного лица, он вправе жить там вместе со своей семьей. И не исключено, что если семьи еще нет, она не появится в ближайшем будущем, а также у этой семьи могут родиться дети, которые тоже получат право на постоянную регистрацию. На что еще стоит обратить внимание, если есть подозрения относительно наследуемого имущества? На наличие исполнительных производств в отношении умершего, поскольку очень высок риск после получения наследства в конечном счете остаться ни с чем. Как это проверить? Достаточно зайти на сайт ФССП, указать данные умершего, дату и место рождения, и вы получите исчерпывающую информацию об исполнительных делах. Если они есть, то судебные приставы имеют право наложить арест на имущество, приостановить операции по счету и так далее. Было полезно? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы получать оповещения о выходе новых роликов. Если вы понимаете, что рано или поздно вам может понадобиться наша консультация, сохраните номер, который сейчас появится на экране в своем телефоне, чтобы всегда иметь возможность получить оперативную помощь в любых ситуациях, требующих участия юриста. На сегодня все. Удачи вам и вашим близким. До новых встреч!